Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. 5 февраля 2021 года мы с вами находимся на даче. Температура минус 11, солнышко. Ну и чем кормлю дождевых червей зимой? Как видите, разнообразие от бананов, зелени, клубники, капусты. Вот, все вот это выбрасывается, морковные очистки, мясо, всякие там рулетики, салатики, фрукты, груши, даже морская капуста. Ну вот еще ящики бананов тут. Ну и теперь сам процесс. Посмотрите, как я все это дело выгружаю, загружаю, ставлю штатив вот сюда на подставку, одеваю перчатки. Так, наводим с вами четко картинку, что мы будем делать, и вперед. Ну, говорить здесь особо нечего, все увидите, вот таким образом снимаю утепление, открывается внутри содержимое, смотрим, что там у нас. Вот вчерашние морковные очистки. Крышеловка не сработала, и видим, что пока деятельности крыс не наблюдается и мышей, и мы сами тогда займемся тем, что будем их кормить. Ну, во-первых, такую фанеру сразу закладываем, чтобы в щели люка не попадало. Стараюсь забросить все как можно дальше. Вот так. С размаху. Понятно, откуда у меня так много засушенных бананов. Их уже столько, что больше я этим делом пока не занимаюсь. Все банки заняты бананами сушеными. Как говорится, ешь ананасы, а я скажу. И вот так вот все это дело подальше
Так, ну, осталось последних два ящика. Как раз эти самые ананасы. Так, ставим нашу крысоловку, и на этом, в принципе, на сегодня мои увлечения червячишками заканчиваются. Вот на этом все. Дальше единственное, что вам могу показать, это то, что у нас делается в теплице. Вот эти картонные коробки сразу в теплицу отправляю. Ну и, как видим, здесь прям, как говорят блогеры, безобразие, но это только до весны. Ну и вон там вдалеке в зеркале сам я отражаюсь. Здоровья вам, благополучия и такой же утилизации отходов не только своих, но и из магазинов. Всего доброго.